Привет, это Степан. Сегодня 29 апреля 2024 года. Сегодня я решил немножко упростить всю систему, потому что вчера я снимал на отдельную карточку в камере, в 4К. Это все немножко усложняет процессы. В отдельную программу писал звук. Сейчас я записываю в ту же программу, в которой потом свожу звук. Теперь пишу видео просто через OBS. Сегодня ничего такого не произошло. Сижу, пытаюсь решить задачу с этим искусственным интеллектом, про который вчера рассказывал. Лучше я вам расскажу про Notion, потому что Notion — это очень крутая штука, и вы посмотрите, что я из этого сделал. Короче, у меня куча всякой информации, куча баз данных, но в итоге все сводится к одной маленькой удобной табличке, в которой... Это моя панель управления, dashboard, и в ней у меня отображается куча информации. Здесь я ставлю галочки на каждый день, что я вот там почистил зубы, сходил в душ, поработал, свои проекты поделал, музыкой позанимался, влог поснимал, вот снимаю, поэтому могу галочку поставить. Зубы почистил, там отжался, что-нибудь такое. Все, что хочешь, можно здесь отмечать. Автоматически создаются дни, я могу зайти внутрь дня, что-нибудь здесь написать, какие-нибудь записки, типа как прошел день, или какие-нибудь тезисы для влога. Заполняешь какие-то данные, я... Пытаюсь следить за кучей всяких классных штук, там, какие сериалы смотрим, какой сезон, когда просыпаюсь, когда ложусь спать. Пытался даже следить, когда там, завтрак, обед и ужин, где я нахожусь, где просыпаюсь. Целая куча всякой информации, и все это можно всякими разными видами отображать. Экспериментирую, пробую, смотрю, как это все работает. Но на самом деле все началось с того, что я просто начал собирать базу данных проектов, над которыми я работаю. И у меня получилась вот такая вот крутая база, где мы просто видим все проекты, с кем они связаны, какие люди, то ли это какие-то внутренние проекты, то ли это какие-то внешние проекты, прогресс, типа в какой области это все работает, все это можно разделить на разные части, посмотреть, что у нас в процессе, какие проекты завершены. Из-за того, что информация собрана в определенном виде, я имею возможность сортировать, фильтровать всю эту информацию, выводить в разных местах. То есть у меня в одном месте есть базы данных, а в других местах я могу все это показывать. Это все очень удобно. И именно это позволяет мне собирать какие-то панели управления, в которых у меня вот есть просто несколько вкладок. Типа вот одна табличка, это типа ежедневник. Тут я могу посмотреть на выполненные дела. Я отмечаю настроение, там здоровье. Заметно, что когда ты начинаешь болеть, вот у меня была неделька, когда я болел, я просто отмечал свое состояние, и становится понятно, почему. Вот, например, здесь было хорошее настроение, потом начало что-то ухудшаться, и в итоге привело к тому, что я заболел. Делаю маленькие записки, отмечаю какие-то события, куда езжу, отмечаю кучу всяких каких-то повторяющихся штук. Тут целая куча всего, там рассветы, прогулки, покупки какие-то, там оплата электричества, воды, встречи с людьми, записки. Вот, есть также по работе всякие штуки, дела. У меня есть список дел, которые я просто отмечаю, и он отсюда исчезает. Тут также есть виджеты, которые позволяют отслеживать температуру, как у друзей дела в разных местах мира. Ну и есть, например, вот у меня набор проектов моих, My Projects, и я построил систему, которая позволяет мне фокусироваться вот только на 4-5 проектов музыкальных, которые актуальны именно сейчас, потому что я взял весь список незаконченных проектов, разбил их, распланировал на весь год, и вот видно, что в каждый момент я работаю не больше, чем над 4 треками. Вот, и есть как бы дата релиза для каждого трека. Да, возможно, я не буду выполнять это четко, но я, по крайней мере, понимаю, над чем работать прямо сейчас и здесь. То же самое у меня вот с проектами, отдельно с треками. Тоже много незавершенных каких-то проектов, которые давно хочется доделать. Надо их сделать потихоньку, постепенно, по одному. И вот эта вся система мне позволяет все это делать. Благодаря всяким таким наворотам у нас есть, например, возможность выводить иконки выполненных дел, высчитывать какие-то функции. Как вот тут, например, у нас просто есть список предстоящих оплат, и можно автоматически посчитать сумму. Ну, это самое простое. И вот благодаря всякой внутренней взаимосвязи, например, можно связывать дни с месяцами, месяцы с годами и собирать статистику прям по всему этому времени. Например, вот здесь у меня есть по месяцам там записки, музыкальные проекты и, собственно, рабочие проекты. И по годам тоже можно увидеть, как это все работает, что вот у меня 48 записок в этом году, 11 треков в этом году, 6 треков в прошлом году придумано, записано каких-то демок, какие-то проекты. Ну, естественно, здесь не все, что есть. Я вот только недавно начал всем этим заниматься, и сколько успел вспомнить, добавить и запустить, вот то и показывается. А вообще вторым этапом всей этой работы было то, что я создал базу данных песен, потому что я давно хотел собрать
все треки, которые у меня только есть, потому что у меня была целая куча разных групп, куча своих демок. Я сначала просто собирал типа все группы и все песни для каждой группы. Получилась такая огромная таблица на 500 песен всяких разных. Ну, сначала их там было типа сотня, потому что у каждой группы там пара десятков треков. А потом я начал свои треки доставать. Собрал всю свою коллекцию, прошелся по всей коллекции за все годы, а я музыкой занимаюсь с 2003 года. Вот, и провел большую работу. Я добавил файл каждого трека, на бесплатном аккаунте в Notion можно добавлять файлы только до 5 мегабайт, поэтому некоторые треки, которые весили 7 или 10 мегабайт, их пришлось еще уменьшить, по качеству ухудшить, либо обрезать кусочек. Я вот это все сюда загрузил, все это отслушал, везде проставил всякие теги, типа это там, запись, электроника, живая, кавер, какие-то параметры, что там какие инструменты используются, то ли это полная песня, то ли это какая-то демка, зарисовка или звук, или что-то еще, год, темп, статус, и также в определенной системе выставил рейтинг, и потом я просто хоп и отсортировал все по рейтингу. И у меня из 500 треков просто оформился набор на 50 треков, которые имеют 5 звезд. И, собственно, логично, что прежде всего нужно обратить внимание на них и закончить все вот эти проекты. Я взял все вот эти проекты, и вот их как раз расписал релизы на целый год, и как раз получается 50 недель. И я подумал, что вот надо релизить каждую неделю. Это, конечно, сумасшедший план, очень сложно его реализовать. Но при этом проблема в том, что когда ты работаешь над музыкой, нельзя работать так, что ты типа потратил неделю и вот закончил трек. Обычно нужно типа сделать, послушать, дать полежать, потом опять вернуться, что-то сделать. Над каждым треком нужно работать хотя бы месяц, поэтому я подумал, что если мы хотим релизить каждую неделю, но при этом месяц работать над каждым треком, то надо параллельно работать над 4 треками. Поэтому я сделал такую систему, когда у нас просто каждую неделю начинается новый трек, и каждую неделю заканчивается трек, который уже был месяц активен. И таким образом в каждый момент времени мы работаем над одним из 4 треков. Соответственно, нужно сделать отдельную табличку, которая просто мне будет показывать конкретно вот эти 4 трека, ну вот, или 5. Потому что один уже заканчивается. И то же самое я сделал с незавершенными проектами своими собственными. Только их там было около 30. Я тоже их так распланировал, так что каждую неделю мы заканчиваем один проект. И получилась прекрасная одна маленькая страничка, на которой есть две таблицы. В одном 4-5 треков, а в другом 4-3-4 проекта, которые нужно завершить. И вот это тот самый фокус, который был нужен мне. Когда мы, просыпаясь с утра, можем увидеть, что нам нужно работать над одной из этих задач. И ты больше не чувствуешь на себе этого огромного груза, когда у тебя 30 этих проектов, там 400 каких-то треков, которые надо завершить. Это очень тяжело. Когда у тебя просто десяток проектов, ты такой, да, вот я над этим сегодня поработаю. И вот по чуть-чуть они все выполняются. Это очень круто. Давайте еще по-быстрому покажу, что у меня тут есть. Обо всем рассказать очень сложно, потому что я закидываю сюда вообще всю информацию, которая у меня только в голову приходит. И мне очень нравится эта система, потому что если раньше я постоянно записывал какие-то записки, какие-то списки дел, они все были разные списки, в разных местах в них путаешься, в итоге ничего не выполняешь. С этим работать невозможно. Когда я начал пользоваться Notion, я просто собрал все записки в одно место, это уже было лучше. Но все равно я по разным задачам, по разным проектам все равно составлял целую кучу разных списков. А теперь у меня один список задач, который связан со всеми проектами. То есть, по сути, я могу зайти в какой-нибудь проект и там создать отображение другой таблицы, отфильтровать только по этому проекту и буду видеть только те задачи, которые относятся к этому проекту. Но при этом эти задачи находятся в общем списке задач. Я могу в другом месте в своей панели управления отображать, что вот у нас есть куча задач, и вот эти задачи относятся к этому проекту, а эти к этому. А в самом проекте мы видим только задачи, поэтому, короче, это надо просто прочувствовать, это надо потрогать, и когда ты понимаешь, как это работает, ты такой, типа, ааа, нифига, так возможно. Ну и после того, как я понял, как это все классно, я стал учитывать вообще все. Понял, что это просто удобно. У меня вот есть тут книги, игры, музыка, фильмы, еда, не знаю. Все, что я вот смотрю, всю деятельность, которую я делаю, я решил ее записывать, потому что я знаю, что такое сила больших данных. Потому что когда у тебя собираются данные, и эти все данные взаимосвязаны, ты можешь делать очень крутые вещи. Например, если вдруг захотел вывести статистику фильмов, которые ты посмотрел за месяц или за 2 месяца, просто в один клик автоматически создавать все эти списки. А самое главное, что если мне нужна какая-то информация, я точно знаю, как в 2 клика получить ее. Если когда-то что-то где-то я там записал, я точно знаю, где это найти. Я не больше не трачу кучу времени на вот эти вот
поискать файлики и так далее. Даже я каждый день нахожу какие-то новые классные решения. Например, сегодня я подумал, что ага, у меня есть несколько фотосетов, и вот надо бы оттуда иногда фотки брать. То есть у меня есть Google фото, где миллиард фоток, и ты смотришь, они все не очень. Но есть фотосеты, где фотки классные. И для того, чтобы по-быстрому находить эти фотки, можно типа создать базу данных фотосетов, туда закинуть превьюшки, скриншоты наборов фотографий, и ты такой, ага, вот есть такие фотки, можно оттуда взять фотографии. Самая классная суть всего этого в том, что под любую задачу ты очень быстро можешь накрутить систему какую-то. И так, что конкретно в этой области можно как-то упростить какие-то задачи. И это все очень гибко, очень удобно. Еще и все взаимосвязано. Я прям писаюсь от восторга. Это очень классная система. Но я потратил достаточно много времени, чтобы во всем этом разобраться. Так что, если вам все это интересно, напишите мне куда-нибудь, покажите свое желание, и я потихоньку все-таки подготовлю, видимо, какой-то или курс, или что-то, или как-то буду показывать, как этим пользоваться, и научу всех. Не могу даже поделиться вот этим темплейтом, шаблоном. Вот, наговорил до хрена. Сегодня, думаю, на этом конец. И мне надо идти продолжать делать свой искусственный интеллект, изучать новые штуки. Увидимся завтра. Спасибо за внимание.